еще серьезнее, детальнее, реалистичнее. Завершившаяся E3 в Лос-Анджелесе – выставка графического и смыслового взросления. На новом витке технологий предельно ясно – недостижимых вершин в игропроме больше нет. У капитанов отрасли курс на GeForce RTX. Трассировка или просчет световых лучей в реальном времени становится нормой домашнего гейминга. Еще недавно полный рейтрейсинг был доступен лишь студиям Голливуда. Теперь же это инструмент в руках разработчиков. Объекты перестают казаться пластиковыми, нарисованными. К примеру, ночной мир киберпанка горит множеством неоновых огней. И этот цвет проникает всюду, смешивается и взаимно отражается. Но чтобы на вашем PC премьеры будущего игрового сезона выглядели так же, пора задуматься о прокачке. «Готовь апдейт летом», — гласит мудрая геймерская пословица. Хирургическое вмешательство в системный блок лучше проводить под началом специалистов. Мы выбрали консультантов из компьютерного гипермаркета «Ого». Задача экспертов ОГО – предложить каждому геймеру передовое и, по возможности, экономное решение. Менять компьютер полностью вовсе не обязательно. Игровую машину из правильных комплектующих соберут за вас. Вариации того, что вы можете выбрать себе, достаточно большие. Естественно, топовый вариант – он один. Процессор 8700K – это вот прям must-have сейчас, без этого никуда. Дальше все это будет только расти и расти. На всех камнях, на всех процессорах есть небольшие, еле заметные пазы. Вот, и важно просто правильно приложить. В новых компьютерах, если что-то куда-то не вставляется, усилий прилагать не нужно. Чтобы побеждать в новом Doom, нужно прилагать еще больше усилий. Не так много экшенов сочетают интенсивные перестрелки и яркие краски. Я бы сказал, это визитная карточка Doom. К тому же в Eternal герой возвращается с Марса на Землю, где цветовая палитра шире. Общая сила цепи является самым слабым звеном. Если все будет топ, а оперативной памяти, к примеру, мало, то будет просадка именно в этом. На текущий момент 16 гигабайт – это прям необходимый минимум. Для рядовых игроков я бы советовал обратить внимание на серию Z390, материнские платы от Aorus, Pro и Pro Wi-Fi версия, в зависимости от того, нужен ли Wi-Fi или нет. Там присутствует все самое необходимое, минимум подсветки, два разъема под M2 накопители, отличное охлаждение. Не только видеоряд и звук станут нагрузкой для компьютера. Современные игры — это зачастую целые экосистемы, требующие дополнительных вычислительных ресурсов. Так, новая глава антиутопии Watch Dogs с заголовком «Легион» помещает в конструктор всех жителей Лондона. Мы используем процедурный алгоритм создания персонажей, то есть их внешность, бэкграунд, особенности складываются на лету из некого массива данных. Получается уникальный портрет каждого горожанина и калейдоскоп непохожих игровых ситуаций. У каждого устройства, у каждого процессора есть рабочая температура и температура в пике. Если температура превышает пиковую, то нужно подобрать либо систему другую охлаждения, либо, если у вас старый компьютер, почистить его, поменять термопас, ну, произвести минимальное какое-то обслуживание. Горячий вопрос – сделать апгрейд компьютера сейчас или отложить еще на год? Решать вам. Мы же оставим вас наедине со стимулами.